Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир. Давайте-ка посмотрим. Ага, мастер, все-таки я сохранился в мастере 2 звезды. И это очень хорошо, потому что мы получим с вами хорошую награду. Так, 9000 сюрикенов, 45 ДНК на Донателло Классика, 90 золотых осколков и 65 платиновых. Плюс забираем с тобой здесь награду. Ну, очень круто, на самом деле. Так, идем в магазин, открываем с вами пак. И у нас здесь ничего не выпадает. Грустно. Так, задание у нас пока... Ага, в откате. Ну что, друзья мои, осколки я еще, наверное, набью. Ну, это будет за кадром. Да? Да, за кадром. А мы с вами сегодня будем бустовать на арене. Правда, сейчас время 10 часов вечера. Я не знаю, насколько мы с вами тут бустанем, но можно посмотреть. Кстати, у нас будет разыгрываться, как видите, Рафаэль Космос. А что за испытание у нас? Так, на Армагона. Так, здесь платиновые негодники. А здесь космические странности. Это опять же здесь будет, по-моему, Армагон. Вау, вот эти черепашки мне нужны все. Все космические мне нужны. Ну, Армагон не нужен. Так, и день Донателло. Потому что, ребята, вот этот Донни. Вот этот... Вот этот, короче, все, кроме вот этого. Остальные все нужны. То есть довольно удачная неделька у нас получается, да? Ну что же, мы с вами быстренько переходим на турнирную арену и будем драться за первенство. Так, ну что у нас тут, ребят? Можно любого выбрать, но я возьму, наверное, Сабины, потому что у него уже здесь 11 кубков. И начинаем с самого-самого нашего хвоста. Так, кто у нас тут? Ну, конечно же, Бибоп. До сих пор это единственный персонаж, который у меня еще в бронзовой лиге. Так, ну что же, поехали. Все уже там давно в золотой, да? Кто-то в платиновой, а этот до сих пор в бронзовой. Удивительно. Ну что же, начнем, наверное, с мухи. Да, с навозной. Слушай, выжила? Ты посмотри-ка. Так, теперь, наверное, будем... брать Рокстеди. Рокстеди против Рокстеди. Неплохо. А ну-ка. Эх, Лео. Слабоватый, да? Ну что же, Макмен выжил. А теперь без шансов. Ну что же, ребята. Идеальная победа, и мы с вами продвигаемся дальше. Ну давай, 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 быстрее. Не терпится мне сегодня подняться как можно выше. Ну что же, неплохо. Воин, 2 звезды, но... место у нас 88-е. А это говорит о том, что бустануть не получится. Ну ладно, докуда поднимемся, до туда поднимемся. Будем брать с вами Алекса. Здесь, смотри, уже 22-й уровень. Слушай, а может быть у нас не получится с тобой? У меня 30-е, а тут уже 22-е. Перевесик буквально всего лишь 8 уровней. Но если они прокачаны сильно, они могут нам здесь еще и навалять, на самом деле. Ну что, давай, наверное... звезданем, посмотрим, что у нас тут выйдет. Так, Лео выжил. А если я вот так сделаю? Ну-ка, Донни. Замечательно, так. Наверное, сделаем с тобой еще одну массовую атаку. А Бибоп выжил, смотри-ка. Хитрец мелкий, а так если? Так, понизили броню, и Донни добивает его. Отлично, еще одна победа в нашу копилочку падает. А, ребята, я буду говорить шепотом, чтобы не разбудить всех соседей вокруг. Так что не обессудьте. Так, и у нас, ну да, 11-я позиция. Мы до сих пор еще на войне 2 звезды. Очень тяжело. А всего лишь мы пропустили с вами 7 часов, ребята. Всего 7 часов прошло, и уже вот так вот тяжело набивать ранг. Ну что же, здесь абсолютно все одинаковые по кубкам, поэтому я возьму, наверное, Кирюху. Да, а будем с Кириллом драться. У него тут 20 уровень, это максимальный. Для меня это самое то. Берем Рафаэля, Донателло и нашего кабанчика Бибопа. Поехали. Так, с кого начать? Давай, наверное, с Карайки. Попробуем ее наказать. С удара. Рафаэль просто крут. Посмотри, какой у него наточенный топор. Аж блестит. Теперь бросаем с тобой кусок экрана. Угу. Ну, Эйприл, в принципе, все, ребята. Она не жилец.
И у нас остается с тобой Макман, который тут еще выпендривается и даже не попал. А ну-ка, отлично, но он крепкий, согласись, Макман здесь крепкий. Вот о чем я тебе говорю. Пришлось каждому из моих персонажей сделать по удару, чтобы его, как говорится, завалить. Ну-ка посмотрим, сейчас мы с тобой перейдем, естественно, в три звезды, воин. А вот какое место у нас будет? 60-е, слушай-ка. Нам, наверное, с тобой один бой сделать, и мы уже перейдем в элиту. И, кстати, будем как раз драться с Абдо. Он как раз у нас в элите находится. И уровень здесь уже 26-й. Хм. Слушай, опасно. Ну, я тебе серьезно говорю, здесь опасно. 26 уровень, а у меня Микеланджело 30-го. Но у меня 4 серебряные звезды, а у него 2. Надеюсь, мы сможем здесь все-таки одолеть. Причем не забывай, что шинигами у меня здесь ватные. От нее здесь будет мало толку. Но в первую очередь нам нужно с тобой, наверное, уничтожить Бакстера Стокмана. Так, это не годится, а если вот так вот? Да ладно, меткость понизили просто. Ну-ка, шинигами, добей его, пожалуйста. Отлично. Так, дальше мы с тобой бросим бомбочку. Так, запрет на лечение. Так, подожди, подожди, ребята, не надо. Смотри, что они делают, а? Смотри, что они здесь делают. Так, попробуем сейчас наказать. Половина здоровья осталась, а если вот так вот? Оглушение. Слушай, тоже неплохо. Шинигами добивает. Так, теперь, наверное, будем бибопа брать в расход. Потому что он у нас хиллер. Опа. Так, Микеланджело выжил, это хорошо. Ну-ка, пробьем мы его или нет все-таки? Ушатали. И остается у нас Леонардо. Так, последний удар мы ему делаем, по ходу дела, и все. Да, да, ребятушки, мы здесь с вами справились. И давай смотреть, куда мы с тобой переберемся. Поднимемся ли мы дальше или нет? Да, мы с тобой перешли в элиту. 77-е место у нас. Тут как минимум, наверное, нужно будет сделать нам все-таки два боя. И смотри-ка, самый жирный чувак Шейн, да? У него 12-14 кубков. Вот он-то мне как раз и нужен. 29 уровень максимальный у него, да? У нас Пит, Леонардо, Рафаэль и Кожеголовый. Ну, я думаю, что 40 уровень, если уже здесь есть, то практически победа у тебя в кармане. Остается только подтвердить мою теорию. Оу, инициатива у них лучше, да? Ну, я не знаю, давай клюнем его, что ли. Заклюем до смерти. Так, Лео делает массовую атаку. Слабая, слабая атака, конечно. Слушай, по идее, нам нужно с тобой Эйприл. Эйприл нужно уничтожать, потому что она сейчас может отхилять всю команду. Оу. А теперь Кожеголовый делает массовую атаку. И минус двоечка. Два упали. Остается нам только лишь добить Макмана и Острозуба. Все, друзья мои, и я считаю, что идеальная была победа. Просто идеальная, изумительная. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, куда приземляемся. Ну вот, я тебе говорил, нам нужно будет здесь с тобой сделать два боя, чтобы перейти на элиту две звезды. Так, Аурон и Кристиано. И причем уровни практически одинаковые. Но вот здесь будет немножко послабее, да? Поэтому берем Аурона и против него выставляем Рокстеди, Роквелл, наши, естественно, кролики и Микеланджело. Короче, 40-е уровни будут выступать против 30-х. Как думаешь, кто победит? Я думаю, что ты уже догадался. Конечно, мы. Мы обязаны выиграть. Неплохо бомбанули. Так, опять этот Майки, а, выпендривается. Ну ты посмотри, а. Слушай, нам нужно уничтожить, по идее, Кирби. Все, вопрос решен. У них усиленная атака. Так, мы сможем пробить, интересно, Острозуба? Не вышло ни шиша. Так, ну естественно, он встает в провокацию. А если я вот так вот сделаю? Давно я не применял этот удар. Тыдыч.
готов. Ага, Лео повышает атаку, а Майки атакует. И промахивается по ходу дела, да? Так, минус Лео и... Ё-моё, я думал, что мы с тобой сейчас Майки все-таки сможем победить. Но не вышло. И, как ты видишь, идеальная победа. Посмотрим сейчас, куда мы с тобой сейчас приземлимся, на какое место. Ну, во-первых, элита 2 звезды. Я нас с этим поздравляю. И 63 место. Слушай, ну, мы сегодня, наверное, с тобой до самурая 3 звезды уж точно доберемся. Так, что у нас тут? Наверное, я буду брать лачину. Или лосина, я не знаю, лачина, по-моему, тут написано. 30 уровень здесь максималка, поэтому для нас это вообще не проблема. Тем более тут уже персонажи, как ты видишь, пятеро. То есть 5 на 5. Понеслась, как говорится, душа в рай. И начинает у них карайка первая. Так, а мы с тобой, наверное, бросим гранату. О, солидно бомбанули, да? Не понял. Погоди-ка, погоди-ка, почему у Пцелицева такой офигенный был дамаг по нему пройден? Смотри, пол хп отняли. Так, давай-ка мы с собой Криса уберем отсюда. И начнем Донателло. А ну-ка, брось в него пиццу. Нет. Добиваем. Слушайте, я уже запереживал. Я думал, сейчас специалист его просто-напросто накроют медным тазом и все. И съедят. Как-то он ватно здесь себя повел. И мы с тобой в элите 3 звезды и 92-я позиция. Ну что же, рулим дальше и выбираем противника. И это будет у нас... Вот, я думаю, что это будет у нас Леонардо. Кстати, он, по-моему, в прошлый раз нам тоже выпадал, да? Видимо, чувачок фанат Леонардо, поэтому и прозвал себя именно так. Хотя, может быть, у него действительно такое имя. Причем имя прикольное. Ну что, давай начнем. Тут у нас два с тобой злейших врага. Это Леонардо и Бакстер Стокман. Так, ну-ка, Шреддер, не подведи. Ну, неплохо, и я думаю, что Крэнк сделает жирную точку в этом поединке. Блин, ну он мне нравится, он крутой на самом деле, вот этот вот Крэнк. Особенно его вот этот вот костюм, в котором он сидит. Вообще, классный чувак. Слушай, так мы с тобой сейчас еще один бой сыграем и перейдем уже в самураи. Да-да, это будет классно. Так, и возьмем как раз вот здесь вот, где кубков побольше. Это у нас Мэтт. И причем у него все в бронзе. Ну, практически все. Один только золотой персонаж, это Донателло. Слушай, ну мне это выгодно. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, сегодня я, наверное, хочу, знаете что, ребята, пройти... Ну, мы с тобой на арене подеремся, да? И пойдем проходить испытания из другого измерения. Мне сегодня не хватило буквально пройти два уровня для того, чтобы получить награду. Так что сейчас мы этим и займемся. После арены. Да что ж ты. Смотри, какой крепкий. Так, подожди, какой у нас? Вот этот вот, да? Угу. Массовая атака. Так, я знаю, что Мондогейко уже навострил свой скейтборд. Давай-ка мы его сейчас, наверное, вжарим маленько. Донни, не подведи. Подвел. Ай-яй-яй, он ускоряет команду. Но я думаю, что ничего у них не получится. Хорош. Ну, так, наверное, мы с тобой попробуем бомбануть Рокстеди. Вау, фига. Теперь сделаем массовую атаку. Ну-ка, давай посмотрим. Ага, Мондогека упал, а этих осталось лишь добить. То есть, пара пустяков. Раз и два-с. И покажите мне, пожалуйста, куда мы с вами сейчас приземлимся. Будьте так добры. Статистику. Так. Да. Друзья мои, мы уже с вами в самураях, и 77-е место у меня. Хотелось бы сегодня дойти до самураев 3 звезды. Ну, в сёгуны вряд ли я сегодня смогу попасть, хотя очень хочется. Так, смотри, опять Аурон.
Аарон, так, Ива и Марти. Берем с тобой Ива, потому что у него кубков больше всего, а мы с тобой идем именно за кубками. Кстати, 39 уровень здесь, а у нас 45. Алапекс не в счет, потому что она сама по себе ватная. И то, что у нее 45 уровень, это вообще ни о чем не говорит. Ну что, ребята, будем начинать с Леонардо. Так, попробуем вот так вот пробить. Оу, тихо, почему так мало? Ладно, Майки, давай свой танец, излюбленный на усиление атаки. Шреддер, наверное, сделает отхил на всю команду. Ну, а теперь попробуем валить их. Слушай, надо было провокацию взять, наверное, Леонардо. Ё-моё, что-то я не подумал об этом. Так, ну-ка, бомбанем, успеем уничтожить. Минус Лео, уже лишились они хила. Так, ха, промахнулся. Тихо. Так, тут еще и Ванька подключился, а? Ну что, будем, наверное, Криса бомбить с тобой, да? По нему у нас проходит повышенная атака. Во. Также мы его добиваем, и теперь давай-ка мы начнем, наверное, с Микеланджело. Готов, парень. Так, а теперь я, наверное, возьму провокацию. Лишней она здесь уж точно не будет. А ну-ка, минус Лео, и, ну, Ванька выживет. Ванька выживет, а вот теперь труп. Ну все, ребята, как видите, отлично у нас получилось. Хорошо разыграли с вами. И Шреддер вроде бы, да, не подвел со своим хилом. Все как полагается. Давайте мне 20 место, пожалуйста. 23. Ну, тоже устраивает. Так, друзья мои, а тут у нас... Ага, все абсолютно одинаковое. И поэтому я буду брать, наверное, Дэрила. Угу, тут 40 и 39 уровни. А, 41 есть. Ну, это ничего страшного, согласись, если у нас уже почти... Да, ребят, мы уже 50-е уровни с вами начали разыгрывать, а там уже недалеко и до 60-х, ну, а дальше уже имба. Так, ну, здесь в первую очередь, я думаю, надо уничтожать Кирби. Так, хотя мы сделаем с тобой массовую атаку, чтобы всем досталось. Так, Карейка смертельный поцелуй отправила, не попала. Так, Кирби, ты думаешь, я тебя отвял? Нет, я буду тебя добивать до последнего. Все. Вот теперь я спокоен. Донателло, ты нам здесь не нужен. Я знаю, ты будешь ставить щит свой. Так, снимает дебафы. Этот уходит в невидимость. Для меня это большой плюс. А мы уничтожаем с вами Донателло. Дальше делаем поджог. Массовую атаку. Угу, постепенно урон повесили. И можно добивать, в принципе, караечку. Дальше мы добиваем Лео. Ну, а уже последний персонаж, как говорится, у нас Микеланджело. Он видимый сразу становится. И мы его, наверное, постепенно урон его убил. Он думал стоиться в теньке. Нет, ничего у него не вышло. И мы его подбили. Ну что, ребята, самурай 2 звезды. И место у нас 74. Слушай, а может быть мы все-таки дойдем сегодня до сёгунов, а? Это будет неплохо. Наш рекорд сколько? Сёгун 3 звезды, да? За одну заходку. Ну, это мы сразу на старте с вами обычно идем. А тут, извини, прошло больше 7 часов, так что... И то будет неплохой результат, согласись. И завтра я утром встану, и мы опять будем с вами где-нибудь в самураях висеть. Это в лучшем случае. Ну что, повесим дебаф. Угу. Так, давай-ка, наверное, массовую атаку сделаем под этот шумок. Под дебаф. Угу, неплохо пробили, кстати. Так, сейчас. Оу, Майки хиляет, а. Не вовремя, конечно, он это начал делать. По крайней мере, для меня. Так, кто у нас еще? Давай-ка мы, наверное, с тобой ускоримся здесь. И мутагеноид сейчас хлопнет. Хлопнет же, да? По земле. О, тихо. Оу, ребята. У меня и провокатора нет. У меня только есть лечилка, но... Так, кто там будет первый ходить? Вот этот, да? Слушай, у него... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что же мы делаем? Будем хиляться, наверное, с тобой, да? Давай-ка я хильнусь. Может быть, немножечко проживем как-нибудь еще. Вот, еще один хил. Фух,
Фу, я восстановил здоровье нашему хану. Ты видел же, да, что у него было? Практически на краешке он жил. Так, уничтожим с вами Донателло. Ой, майки, конечно же, это майки. И попробуем вот так вот сделать. Кислотный плевок. Дальше нам нужно с тобой, наверное, вот так вот бомбануть Шреддером. Надеюсь, Бибопчик сейчас упадет. Нет. Так, а кто же мне так хану нанес урона столько, что он практически чуть не отдуплился? Я так, честно говоря, просмотрел этот момент. Так, Крис. Слушай, ну нам здесь повезло, знаешь почему? У нас, смотри, раз, два, три. Три хила. Но Шреддер, я тебе скажу, это не хиллер. Ну, как бы он хилить умеет, да? Но он все-таки изумительный боец. И если выбирать, например, Кирби или Шреддера, конечно бы я бы взял Шреддера. Потому что Кирби, он просто хилит. Его вот эти вот атаки просто ничтожны для наших противников. Они никакого урона не наносят. Так, ну что, давай дальше продвигаться. И у нас здесь будет Брайн. Поверь мне, лучше взять Брайна. Так, сколько у нас еще? Ну, персонажей хватает пока. Пока хватает, ребята. Но ты не забывай, что здесь уже 43-44 уровень. Хм. И здесь всего лишь один хиллер у нас. Это Микеланджело. Хил у него не прокачан, поэтому он хиляет очень-очень мало. Но зато у нас есть вот такой вот удар. Ну, проверим, как он бьет им. Слушай, неплохо для первого уровня. Это неплохой удар. Минус муха. Так, теперь мы сделаем с тобой, наверное... Так, ага. Вот, понизим защиту им. На танцах. И выпускаем крыс. Смотрим. Неплохой результат. Так, промахнулся Крис. Этот делает защиту на себя. Ай-яй-яй. Подожди-ка, а почему это он два раза ходит, а? Блин, ну, тихо ты. Да что ж такое происходит-то? Почему у них так инициатива-то разгулялась? Ну-ка, давай их немножко замедлим. Так, дальше мы будем пробивать Криса. Да что ж такое, что он такой живучий-то, а? На тебе. Дальше нам, по идее, не нужен здесь Ваня. Ну-ка, на ножички его. У-у-у, постепенный урон. Так, а если я сделаю... Слушай, ну неплохо. Остается только еще вот так вот сделать. И он труп. Слушай, я думал, что постепенно урон его уничтожит, Ваньку. Но я ошибся. Так, нам нужно хильнуться, потому что крысиный король у нас с тобой в критической ситуации практически. Ну что, парень, ты готов сдаться или нет? Нет, он держится, потому что у него, ребят, дополнительная защита стоит. Угу, и, наверное... Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну а сейчас... Все, друзья мои, справились. Ну, он неплохо держался, да? Практически против всех. Один стоял. Ну, да, друзья мои, мы с вами в Самураях 3 звезды. Слушай, теплится надежда, что мы с тобой все-таки перейдем в Сёгуны. Так, я, наверное, возьму здесь Майки. Или Реда. Они, в принципе, одинаковые, да? Нет, я возьму все-таки лучше Майки. Не люблю драться с врагами, у которых есть... Кролики. Да-да, те самые кучка маузеров. Да, но тут, конечно, у нас команда с тобой. Да, друзья мои, хотелось бы, конечно, лучше. Ну, ты сам понимаешь, почему я так говорю. Тут у нас, извини меня, Кирби. Да. И Бакстер Муха. От них толку, как от козла молока. Так, ну что, давай делать массовые атаки. Какие только можем с тобой. Давай, Рафт. Не зря я тебя прокачиваю. Чу-чух, ё-моё, он красавчик. Он просто красавчик, Майки. Почему Майки-то? Это же Рафаэль у нас, да. Красавчик у нас Рафаэль. Ну? Эй, ну ты видишь, да? Ну что, ну муха, ё-моё, одним словом, муха. Даже не смогла своей клешней добить противника. Ну, давай посмотрим, какое нам сейчас достанется место. Прикинем приблизительно, сколько нам еще нужно сделать боев. Два боя, ну максимально три. Нам хватит с тобой перейти сегодня в Сёгуны. И возьму я Энтони. Да-да, Энтони. Тут, кстати, уже 51 уровень.
А мы уже с вами на 60-х. Ну все, тут уже у врагов просто нету шансов, потому что я подхожу все ближе к своей имбе. Да, там колода у меня супер-пупер-гипер крутая, так что ничего у них не получится. Давай-ка я даже критовку сделаю себе. Ну, повысим крит урон. Плюс еще у нас, естественно, сплинтер пробафает. Сейчас ребятулькам тут не повезет, поверь мне. Слушай, хорош может быть, а? Так, Тимми, ты, наверное, хочешь встать в провокацию, да? Хочешь, я не знаю. Так, Ванюша, ну-ка, пригрей их. Минус один. Так, нейтрализатор. Ё-моё. Ребят, он под усиленной атакой, да еще и под критом звезданул, будь здоров. Молодец, нейтрализатор, да. Мощный чувачок. Так, ну что, у нас с вами 7-я позиция. И мы с вами делаем, наверное, последний бой, чтобы перейти, естественно, в сёгуны. И будет это у нас Алекс Паула, да? Потому что он по кубкам лидирует. А остается у нас всего лишь с тобой 2 боя, верно? Раз, два, три, четыре, пять. Подожди-ка. Не 2 боя, а 3, включая вот этот вот. Ну что, караечка, давай. Ох, неплохо. Неплохо ударило. И паукус. Ну, почти всех уничтожил. Так, карайка змея добивает. Самый быстрый бой. Нет, самый быстрый бой — это происходит, когда Леонардо с одной вертушки вырубает всю группу. Вот это самый быстрый бой. Ну что, друзья мои, хватку мы с тобой не растеряли. Мы уже в сёгунах одна звезда. И, возможно, даже... Нет, не перейдем мы с тобой в 2 звезды. Слушай, вот эта вот картинка, это же, по-моему, у нас Слэш. Да-да, это та самая черепаха. Ну что же, будем с тобой брать... А любого можно выбирать, да? Возьму тогда вот Элиса. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре... Оу, как раз 2 боя, ребята. Как раз 2 боя и получается. Ну так что, поехали. Зэк бросает бомбочку. И... Да тут, в принципе, без разницы. Любого бомби. Все равно они здесь нас не одолеют. Сейчас просто Армагоша всех ушатает, смотри. Вот и все. Вот скажешь, конец. Ну что, ребятушки. Отлично, идем. Посмотрим сейчас, куда мы с тобой приземлимся. И у нас остается всего лишь один последний бой. Ну-ка. Оу, 35-е место. Слушай, если мы сейчас так же с тобой поднимемся, да, то мы перейдем в Лигу Сёгунов 2 звезды. Но это не точно. Возьмем самого максимального, и это у нас... Получается, Дарья. У нее тут 52 уровни, да? Так что давай проверим нашу Дашу, как говорится, на прочность. Не буду я здесь никакие уклонения вешать. Просто будем бомбить изо всех орудий. Так, Усаги рвется в бой. Ай, ну ты понял, да, почему я смеюсь? Сейчас этот отдуплится. Ну, пришлось добить. А так бы постепенно урон его, конечно, бы уничтожил. Ну и теперь момент истины. Посмотрим, все-таки мы перейдем или нам чуть-чуть не хватит. Где-то, наверное... 5 позиций не хватит. Нет, все нам хватило, ребят. Все хватило, у нас 98-я позиция. И я нас поздравляю с этим, как говорится. Пускай не рекордом, но все-таки мы с вами в сёгунах 2 звезды. Это отличный показатель для позднего буста, повторю. Ну что, ребята, а теперь пойдемте-ка с вами. Куда я хотел? Кстати, у нас с тобой очень много монет. Так, в магазин зайдем. Ну, здесь ты, как понимаешь, нам никто не нужен, а вот за монетки мы с тобой приобретем. И это будет у нас... Донни. Кстати, я не смотрел, у нас... Мы же с тобой получили Донни, да? ДНК. Сколько вообще в общей сложности у него, а? Где он вообще находится-то? Опять я его потерял. Так, это Донни видение. А нам нужен Донни Классик, да? Да ну, хорош. Так, давай опять будем внимательно смотреть. Здесь явно его нету. А здесь тоже нету. Здесь тем более. Так, тут Леонардо, Донателло Космос.
Слэш, Рафаэль Крэнк, Рокстеди, Рафаэль Кейси, Леонардо, Микеланджело. Так, это у нас Донателло фильм. Погоди, а где он? Где у меня... Вот он. Да, друзья мои, 72 ДНК. Слушай, а зачем я... зачем я сюда выходил, если можно было бы это все и через магазин посмотреть? Совсем заигрался. Вот же он у нас. Ну что, будем, наверное, брать на него, да? 75 монет тратим и берем с тобой ДНКшки. В общем, 7 ДНК, если мы с тобой находим. Точнее, не 7, а 5. 5 ДНК находим, мы сможем его перевести в следующий ранг. И это на самом деле круто. Ну что, а теперь мы идем с тобой проходить. Кстати, я еще забыл посмотреть, что у нас там по жетонам. Ага, мы с тобой потратились, да? Мы с тобой маленечко потратились, поэтому с жетонами пока все плохо. А мы идем с тобой в смятение из другого измерения. Нет, ребятушки, я обманул вас. Надо проходить не два, а раз, два, три, четыре, четыре испытания. Ну что же, давай. Четыре испытания, я думаю, мы с тобой на одном дыхании пробежимся, да? Так, начнем, наверное, мы со змей Ковьюна. Так, пол хп отняли. Усаги, добей, у тебя двойная атака. Ты должен его про... В плане! Две атаки сделал и не пробил. Трындец. Так, немножко досталось нашему Микеланджело. Но это не критично. Минус киборг. Так, что там у нас дальше? Майки, да? Добьешь? Нет, не добил. Уничтожили. Так, ну и что у нас тут дальше? Ванька и Крис Брэдфорд. Ну, по мне, так Ванька будет опаснее. Хотя, если Крис звезданет своей ногой, проникающий удар, да, тоже мало не покажется. Так, еще маузеры тут, мелкие паршивцы. Так, хилиться я пока не буду, не вижу надобности в этом. А вот Криса нам нужно с тобой подбить. Не вышло. Так, как всегда, на выручку идет Усаги. Так, клан Футовец упал, и мы с тобой добиваем этих мелких маузеров. Так, раз. И... Да, два, хотел сказать. Только насчет трис он победил. Ну что, прошли мы с тобой еще одно, как говорится, испытание, и остается три впереди. Так, здесь забираем. Ты помнишь, да, что в прошлой серии я сфейлился именно по Бакстеру Стокману. Многие ребята мне сразу написали: Рэй, ну ты же мог бы отступить и не потерял этого персонажа. Да, ребята, я мог, но я сказал, мы будем играть честно. Проиграли, значит проиграли. Нечего, как говорится, убегать, трусить. Мы с тобой, конечно, одну звездочку не досчитаемся. Ее нам не хватит, скорее всего, получить золотой сундук или какой там платиновый. Но зато все по-честному. Никаких скачков. Это все равно, что читерить. А я не очень люблю, если честно говоря, читерить. Это было давным-давно, когда мы проходили еще древние игры, когда у нас было мало опыта, и мы все хотели каких-то результатов получать. Поэтому, да, там вводили всякие чит-коды. Это и на Денди было, и на Сеге. Когда, ты знаешь, да, там покупали все эти книжки. Не можешь пройти какой-то уровень. Давай, введем чит-код. Ага. Влево-вправо. Старт и селект. Ну, вы понимаете, о чем я, да? А здесь все будет у нас, как говорится, по-настоящему. Без всяких, как говорится, помарочек. Сдулись, зато в следующий раз будем еще более-менее аккуратнее играть. А то, понимаешь, не, ну я там тоже, ребят, конечно, я прекрасно понимал, что он может сдуться, и все-таки взял его в команду. Ну, была моя ошибка, за что и поп... Оу! Ребят, пока я тут рассуждал, ты видел, что произошло? Они мне уничтожили майки. А ты знаешь, что если мы с тобой будем играть без Микеланджело, то это будет жесть. Что-то я вообще расслабился. Что-то я заговорился, начал тут обдумывать что-то и сам того не увидел, что у меня подбили Микеланджело. Зашибись. Вот теперь нам точно не видеть платинового. Даже, возможно, еще и золотого сундука.
Ох-хо-хо-хо. Но я тоже не могу, ребята, полностью сконцентрироваться, да? Если я буду тут вникать во все эти мелкие процессы, я буду просто молчать. Я просто не ожидал, что Хан сделает вот такой вот трюк и майки вырубит просто с удара. Обидно. Слов нету. Причем Микеланджело у нас обычно как бы, ну, парень-то крутой, да, мог бы и уклониться, но, видишь, тут почему-то не прокатило. Ну, будем теперь мстить, и мстя моя будет жестоко. Давай, влупляем. Так, по крайней мере, минус Маузер. Вот этого надо пробивать обязательно. Окей. Так, муха сейчас будет хиляться, скорее всего, да? Нет, не стало почему-то. Так, а сейчас мы... Ну, давай просто ударим по ней. Так. Смотри-ка, плюется еще мне в ответку. Блин, ну как же так-то, а? Майки профукать, а? И это практически уже на финише, а? Да, ребята, сказывается все-таки утомляемость. Это со смены. Я пришел очень уставший, но тем не менее решил все-таки сделать видосик по черепашкам. Ну, а если бы мы с тобой утром это все делали бы, мы бы, наверное, не были бы сегодня, не смогли бы дойти даже до Сёгуна 2 звезды. Где-нибудь там на самураях бы и завезли. Ладно, давай-ка сконцентрируемся. И еще, знаешь, какой большой минус, что мы потеряли с тобой Микеланджело? Мы лишились дополнительного хиллера. У нас же майки был. И уклонение мог повесить, да, и хилочку применить. А теперь этого не будет. То есть мы с тобой повысили себе сложность. Да что ты будешь делать? Ты смотри, что происходит, а? Ё-просоте. Эй, я с такой командой, я никуда не пойду, если она у меня такая будет подбитая. Как я буду Кренга валить, а? Это несерьезно. Это несерьезно, блин. Вот этого я и боялся. Да, друзья мои, а вот и Крэнк. А у нас бойцы, ну, покоцанные маленько. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, ничего не поделаешь, я все равно его победить смогу. Мне хотелось бы, чтобы здесь никто не погиб у меня. Усаги, а что с ним? Так, у него меткость, да, пониженная. Давай-ка мы, наверное, пробафаемся с тобой. Так будет, думаю, лучше. Так, контратаки. Пробивной, давай. Неплохо, четверть хп отняли. Сейчас начнется. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, все ребятульки, кто там у нас с контратаками, бомбите его. Отлично. Так, я думаю, что мы с тобой возьмем, наверное, провокацию здесь. На Рафаэля, да? Так, и давай вот этот удар применим. Да, кисло как-то. Ну-ка, вертушка сможет добить от Леонардо? Да, друзья мои, пробили. И опять, знаешь, что я забыл сделать? Поставить первую скорость. Да что ж ты будешь делать-то, а? Все время я забываю ее поставить, чтобы послушать, что он там кряхтит. Ну что, настало время получать награды. Интересно, ну, пак-то мы с тобой в любом случае получим, да? А вот что по сундукам? Так, Донателло оригинал 2 ДНК. Рафаэль классика 2. Так, Донателло классика тоже 2 ДНК. И Леонардо оригинальный 2 ДНК. Плюс 400 сюриков. Ну, ребят, мы с вами не получим только лишь один золотой сундук. Остальное, в принципе, все у нас будет. Так, ладно, смотрим, что нам здесь выпадает. Пока ничего такого хорошего нету. Пиццу нам дали. Рокзара Бибопа. Так, пульверизатор Тимати и крысиный король. Плюс опять же Бибоп. Здесь достается, о, Леонардо оригинал. Здесь нам достается Микеланджело классический и Донателло классических. Слушай, Донателло случайно у нас сейчас не пропается ли, а? Так, и Леонардо классика, 4 ДНК. Ну-ка посмотрим. По-моему, там не хватает ему одной ДНК. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, одной ДНК ему не хватает, чтобы повысить его по рангу. Да, друзья мои? Прикинь, всего лишь одной ДНК.
А день у нас, по-моему, не Дони, да? А у нас день Дони. Друзья мои, сегодня я тебе официально заявляю, что Донателло мы с тобой прапать сможем. Потому что вот здесь мы его получим. ДНК на Донателло. Сейчас только посмотрим, какая тут команда нам будет даваться. Слушай, должно хватить. Должны мы с тобой добраться до 5-го эпизода. Может быть, дальше не пройдем. Но вот здесь точно мы должны получить ДНК. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на этом можно закругляться. Я пойду пока набью осколочки. Ну а с вами увидимся уже в следующих новых видосиках. Так что всем пока и до скорого.